Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей и Андрей. Мы играем в игрушку Seven Days to Die. И то, что произошло в прошлой серии, я вам думаю лучше расскажет Андрей. Давай, Андрей, жалуйся. Мы классно распланировали, как мы все сделаем, но увидели, как пролетел самолет, даже два самолета, и самолет сбросил ящик. И мы вот от этого озера, мои зрители сейчас видят, от нашего дома побежали в сторону ящика. Ящик мы не нашли, но у нас кончилась вода. Мы нашли дом, и сейчас мы будем его штурмовать. Вот Алексей его уже штурмует. Да. Нам нужна еда и вода, поэтому Алексей наделал кучу трупов. Да, сейчас будет много крови. Тебе сойдет кровь за воду? Давай. А сундук мы так и не нашли летающий. Да, да, кстати, вот это печально. Так, что-то их тут, по-моему, больше, чем все-таки у меня стрел. Класс. Ты стреляй, пожалуйста, в голову. В голову реально один выстрел. А я в голову стреляю, Алексей. Молодец. Ух ты, блин. Ты этот ворошиловский, вообще ворошиловский. Да, мне тоже нравится. Так, я нашел две трубы. Давай их побыстрее. Кто-то там сзади, кто-то еще. Что-то я смотрю. А, ползают, смотри, осторожно. Мне нравится, как они машины бегают. Да, машины это не умеют. А, нет, смотри, а нормально, мне нравится в ползящего стрелять. Я попадаю в него. Его вечно перекручивает как-то так. Ну, знаешь, как ты бы ползал. Мало того, что и так ползает, да еще и после смерти его крутят, вертят всего. Ой, ты бы видел, как женщину закрутило. Ой, толстяк, осторожно. Толстяку 3 надо. Опа, а стрелы и кончились. Блин, да. меняй. А, менять надо вот так. Ладно, у меня есть... Скажем прямо, я тебе еще только что в затылок не выстрелил. Молодец. Я смотрю. Так, что-то кончается, нет? Может, нам пора уже заходить в какой-нибудь там дом? Ну вот, сейчас всех уже это самое. У нас какое-то время будет тишины. Я надеюсь. Давай, да. Все, я погнал по домам. По домам. Вот, кстати, коробка какая-то уже стоит. Масло, блин, нафиг оно мне надо. Будет еда. Пистоль-бук. Видимо, ее нужно прочесть. Я прочитал так, рецепт. Тут в доме кто-то есть. Он был один. Я тоже сейчас зайду в дом, я надеюсь. Так, в седании ничего нет. Так, он где-то прям передо мной. Вон оно. Да, Алексей, за тобой идти одно удовольствие. Блин. Ой. А чего он психует? Ай, я промазал. Мне тут... Выходи на улицу. Блин. Все, а что он в доме бегает? Потому что там солнце не видно. Так куда ж... Тут светло, нет? Ну вот, не светло, как оказалось. Так, не ты хотел кровать? Тут двуспальная есть, подойдет. Так, Алексей, я сильно запутался в этом доме. Блин, какая фигня. Да, здесь много входов и выходов. Тут просто огромнейший дом. Я нашел еду. И еще еду. Слушай, здесь все такое белое и красивое. Да, вообще супер. Так я туда тоже копаюсь. Давай, копайся. Причем побыстрее, потому что я не думаю, что они все время будут мертвые лежать. Тут только на сейф 7 секунд нужно. Ты сейф нашел? Ой, красавчик. Да. Ну, правда, такой себе сейф. Он прямо стенной. Ты знаешь, тут такие бывают сейфы, в которых может пулемет лежать в маленьком сейфе. Так что... Пулемет — это классно. Я хочу пулемет. А вообще ищи что-нибудь для... Это, бур там какой-нибудь, который можно будет... Ищи бур. Я нашел одну водичку всего. Это мало, но все же. Потому что мне очень скоро надо будет. У тебя как с водой? В принципе, есть. Отлично. Кто там шипит? Где шипит? Я не знаю, я слышу кто-то. А, это ты ходишь? Опа, это я тут начинаю дохнуть уже. От воды? Да. Я сейчас... Иди сюда. Не-не-не, у меня есть одна. А, кстати, у меня тоже с водой не все хорошо. Опять же, на легком уровне намного проще было с этим делом. Ну, да. Как-то особо не напрягались. Кстати, Алексей, надо срочно идти на кухню. Да. А что, на кухне у нас дают? Еду. Потому что у меня кончилась еда. У тебя кончилась еда? Иди сюда. Сейчас тебе дам. Я тебе сейчас в этот стол положу. Давай, пожалуйста. Ай, не пускает в стол, Алексей. Все, положил. I need help. О, слушай, тут у тебя серьезная еда. Да, это я все тут нашел, кстати.
Так, где я уже был, где я не был? Ты, по-видимому, был на кухне, да? Ну, наверное, да. Наверное, это была кухня. Так, я вижу большой сундучок. Блин, как было-то его забрать, а? Никак не заберешь, да? Вот сундук, который обычно крафтят. И вот почему Так. его забрать А нельзя? забрать? Нет, я думаю, что есть момент, где его нельзя забрать. О, боже ты мой, что-то тут. Так, Алексей, надо заучивать крафт, Да. потому что тяжело сообразить, Журнал! Я что нашел взять. журнальчик! Ой. Фу, блин. Это ты хоть пробежал? Бля, ты что, в Да. шляпе ходишь? Да я красивый. Так. Слушай, я не буду за тобой в комнаты заходить, я Все, растаю. все, 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 все. Я потом Выходим, все лутаю выходим. за тобой, а там пусто. Я не Ну так могу ты ж понять. смотри, то, что открывается, то открывай. Все, не иди туда, там я уже, по-моему, закончил. Ты пропустил колеса, Алексей. Колеса? Да, таблетки. Там А, в таблетки. зеркале тоже они есть. Не называй колеса таблетками. Извини, пожалуйста. Я не буду называть колеса таблетками, я буду Таблетки колеса колеса. называть колесами. Да. Колеса Сюда для меня кровать это. берется. Ух ты, прям целая эта Кровать тарелка. тая, конечно. О, гидроген плюс 25. Я сейчас съем. Так, Я тут теперь я уже нашел. потерялся, где я был, а где я не Блин. был. Ага, ладно. О, вот это тарелку супа я замоточил. Ты что? Супа, ты теперь будешь Суп. пахнуть? Да, может быть. Мне плевать. Я Потому что у понял. меня есть ружье, во-вторых, у меня это самое. А теперь полная жизнь. И почти полная это самое. Так, знаешь Скажи. что, мне кажется, пора это самое, и честь знать. Я имею в виду, что валить отсюда надо, пока тут опять не наприходило. У меня, во-первых, просто полный инвентарь. Я же сюда пришел не пустой. У меня тоже полный У инвентарь, меня один Алексей. слот, а у нас ни одного сейфа я тут не вижу. Так, я нашел какой-то блюпринт. Сейчас я его на всякий случай Ага. прочту. Слушай, ты знаешь, особенно говорить, когда лутаешь, не хочется, хочется лутать. Да, да, Хочется да. Он набрать. завораживает, заражает. Слушай, Так, они что тут у шумят нас? здесь. Да, они откуда-то шумят, и непонятно вот откуда. Вот это вот Ну, слава непонятно. богу, знаешь, лишь бы. Блин, хоть... Опачки, я забрал диванчик. А хотя нафига мне нужен? Алексей, на будущее совет. Проверяй, пожалуйста, зеркала, которые над А, плитами. зеркала, я забыл точно. Да. Ну, я как раз, я хоть что-то лутаю, понимаешь, после того, как к тебе прихожу. Какой тут модный дом, После а? тебя. Дом очень серьезный. Мужчина с Ой, колесами, как подожди, кто-то видишь. тут прямо шипит прямо подо мной. Или он в подвале, или где он? Алексей, ты очень неразборчив бываешь. Да Должен я я тебе это просто признать. как-то стараюсь все это быстро делать, поэтому нафиг мне бумажка. Так, слушай, Алексей, я еще заблудился который раз подряд. я на первом Скажи, этаже. Вот, ты в меня тех здесь. Все, водах. здесь ничего не обыскивать, здесь все обыскано. Вот Так, этот все. комодик только остался, здесь книжка. Так, что, То есть, вылазим отсюда через коробку ты не окно? заглядывал. А джакузи, а помыться? А кровать здесь нельзя, да? Не смотри, не забирай. Не забрал. Я там диван забрал вот такой, но я не думаю, что он... Причем, заметь, вот так можно сделать. Как? Ну вот, видишь, тут чик. Я понял, ты очень красивый диванчик сделал. Без спинок теперь, да. Так, ладно, выходим. Так, это все один дом был, имеется в виду о Наверное, здоровье. Так, слушай, а да. смотри, какой он большой. Я думаю, что Да. там чего-то еще есть. На втором этаже, типа, мы не все обыскали, да? Я думаю, что на третий этаж. Нет? Нету? Не знаю, давай проверим. Или ты уже все передумал проверить? Давай вон соседний еще Нет, я не забежим. передумал. Я вот как раз нашел место, где можно залезть наверх. Я пошел рядышком в гараж там какой-то. Я вижу. Это ось стоит, Алексей. Может, ты мясо возьмешь? Блин, стой, подожди, тут что тут такого из плохого у меня? Вот это уберем. Я аккумулятор нашел, возможно, он нам пригодится. И ремонтный какой-то набор вместо вот этого положу. Да ось стоит, вон, видишь? Да. Ой, блин, в натуре, зачем я на него потратил этот самый? Ну ты же охотник. Ну да. Ну Так, вот. а как сюда в гараж попасть? Что-то тут не дверей. А, нет, есть дверь. Так, я тут вижу кучу зомби. Не желаешь поохотиться? Я вообще не очень желаю, если честно, Не скажем открывать? прямо. Тут Просто кролик я тоже. открыл лося, а у меня теперь, как Некуда обычно, ложить, дилемма, да? что выбросить, что нет. Опа, тут зомбаки.
Ладно, я буду тогда поступать вот так аккуратненько. Ой. Будем ой. Крафтить это дело. Опа, мясо. А у меня кончились патроны. А я вижу зомбака. Это на котором у меня кончились патроны. Ух ты. Я сбоку, сбоку. А он мощный? Ты сбоку или враг сбоку? Я его сбоку. Молодец. Ой, давай, блядь, что-то я подобрал. Давай зайдем. Зайдем, пообщаемся. Где там, кто там? Там этот парень, который отлично, который начал бегать теперь. Ой, блин. Блин, извини. Ля, он разбежался в окно хотел. Это он убился об окно. Так, кто тут еще? Еще кто-то живой? Потому что я случайно, по-моему, тебя прорубил немножко. Это он меня. Я пока относительно здоровый, но красненькое у меня понизилось, конечно. Что тут сожрать такое? У тебя таблетки? А, у меня мне не во что опять ложить, блин. А я сейчас просто поем, да и все, да? Давай, да, конечно. А у меня некуда есть. Я нашел кастрюлю. Отлично, все, забираем кастрюлю и валим. Потому рано, что рано. Больше нам нет, ничего не нужно, надо. Нужно осмотреть все. Так, что там, у меня жизнь идет, пока наверх. Пока не пришла ночь, не особо. Давай будем все смотреть. А времени уже 18:42, так что скоро ночь придет. Пока 20 не настало. И вообще можно в доме заночевать на втором этаже, Алексей. Как да? Ну попробовать можно, давай. Ну, только надо его как-то забаррикадировать, да. Что ли. Я нашел банку воды. После на втором этаже сесть и затаиться. Ну, шляпа у тебя тут. Хочешь одеть шляпу? Да, давай. Ой, там ползает зомбак. А я надеюсь, он здесь не скачет, не побежит. Он должен побежать. Побежал? Ну да. Недолго же он бегал. Вот это мы молодцы, да? Блин, у меня опять уже полжизни. Так, надо. У меня медичка есть, сейчас я ее съем, да и все. Шляп? Тут можно троих тебя одеть. Только шляп. Да? Откуда ты это все находишь, блин? Собственно говоря, я их просто не беру, потому что они не нужны. Рефрижератор топ. Ай. Или я тут был? Нет, вроде не был. Не-не, мы тут не были. Это ж новый дом. Так, пустые банки. Так, слушай, ну я так что-то думаю, что здесь будет небезопасно. Вот я с тобой согласен. Но никуда не деться нам от этого. Придется. Слушай, ну я уже начинаю выкладывать просто то, что мне... Я тоже начинаю. Я уже какие-то цветы выложил. Ты еще цветы собирал? Ну, бегал. Блин, у меня даже еда не входит. Я по лесу бегал, было вроде как все логично. Так, что ты там про шляпу говорил? Ну, это самое. Положи куда-нибудь шляпу. Я не ношу ее с собой, Алексей. А, уже нет, да? А где ты шляпу берешь? Забудь, не было шляпы. Слишком долго объяснять, ясно. Где она находится. Ну, ты знаешь, все-таки иногда за тобой идти можно. Ты не все проверяешь, поэтому... Не, ну я просто пытаюсь сделать это все быстро, поэтому могу пропустить что-то. Алексей, I need help. Где, куда? Куда бежать? Второй это этаж? Это сестра. Блин, а где ты? Это она ты твоя... на улице? Нет, я с медсестрой дуэлюсь. Так а где ты с ней дуэлишься-то? В гараже, видимо. А-а-а. Ну, скажем так, дуэль она проиграла. Угу. Но я, конечно, еще чуть-чуть. Так, короче, смотри, что если насчет вот этого... Блин, ну тут видишь, какие стены хреновые, они их разбивают. А что это на втором этаже? Тут, кстати... Вот нам нужно туда будет наверх залезть, и будет все хорошо. О, прекрасно, прекрасно. Глянь, тут даже есть... сундуки, куда можно кое-что выложить временно. Так что, да. О, и так тут что... есть сейф. И тут есть сейф. Да, все, мне нравится это место. Да. Я его уже вскрываю, 13 секунд. И скоро все будет хорошо. Алексей, тут у меня книга спортивной сумки, но я ее знаю, так что бери ее. Сейчас, подожди. Написано, что я очень умный, я все знаю. Я понял. Ты по лестничке залез наверх, да? У нас есть дробовичок. Алексей? Что? Да, я вверху. Блин, вместо чего положить? Вот это, наверное, не надо. Ну что, то есть домик такой себе, ничего. Вот я думаю, здесь будем нормально жить. Да. У меня есть ружье. Куда его положить? Сюда. Так,
У тебя как там? Тебе надо что-то из оружия? У меня, короче, есть винтовка, но она сильно уже побитая. Кстати, а ее же, наверное, можно отремонтировать. Давай я сейчас тоже в сейф заброшу эти свои оружия. У меня дело в том, что есть какой-то ремонтный этот самый. Возможно, с помощью него можно отремонтировать. Точно. Сейчас я все брошу. Класс, в сейф. У меня все. Можем разговаривать. Класс. Я уж тогда выберу, чего ой, надо. Ой, что я сделал? Что? Я дурак. Ты винтовки сделал из двух много металла, да? Ага. Я нет, знаю. Не из двух. Одна причем починилась, а вторая просто разобралась. Блин, а второй был как раз этот самый. Видимо, это судьба. Так, смотришь, я положил туда, теперь беру назад. Что-то я... И... О, смотришь, самолет. Сейчас опять побежим, да? Следующую серию начнем с сидеть. Да, наверное, пойдет. В непонятном месте. Блин, у меня куча патронов, ни одного ружья. Ну как можно было в металлолом переделать? Вот у меня два хантинг райфла. Че у тебя? Два ружья. Дай ружье. Там в сейф положу. А, хантинг. Хантинг то не то. Извини. Хантинг то у меня есть. Еще и починенный. Патронов для него нет. Алексей, вам не кажется, что вы балованы? Да. Это мне не надо, то мне не надо. Так, у меня 7 труб есть зато, и у меня есть какой-то магнум. А что из магнум, часть магнума? Сейчас подпалю дом, будешь знать. Посмотри на меня. Ага, не надо нам дом палить. Кстати, тут бы тоже неплохо бы ой, подсветить, правда. Чего это я сделал такое? Так, и тут гнездо есть. Без перьев. Что-то не сложилось, Алексей, с факелом. Что такое? Ну, где-то он перестал гореть. О, кстати, вот в эту лампадку, по-моему, можно... Это символ бандаж. По-моему, можно масло подлить. Интересно, оно будет гореть? Я почему-то подумал так. Где-то у меня тут было, по-моему, масло, или я его не вижу. Может и будет. А, вот у меня масло есть, точно. А ну, попробуем. Так. А как прицепить факел, ты не знаешь? Ну, почему-то я думаю, что это... Класс. Нашел? Нет. Нет, я не знаю, как прицепить факел. Ага. Ну, в общем-то, все просто. Я предлагаю сесть и молиться на этого идола. Мне почему-то кажется, что у нас по времени заканчиваем серию. Да, уже пора заканчивать. Ну, в общем, ребят, мы взяли еще один дом. Ну, как взяли? Я предлагаю тебе, знаешь, как присесть, чтобы не сильно шуметь, потому что мы тут, конечно, крутые, но ровно до первого зомбака. Это тоже верно. Я приготовлю топор на всякий случай. Все, мы готовы. Ползите к нам. На этом мы заканчиваем эту серию. Спасибо, что посмотрели. С вами был Алексей Андрей. Всем пока. Пока-пока.